Сезон восхождения на Эверест, который впервые за многие десятилетия оказался под угрозой срыва из-за гибели проводников-шерпов, похоже, все же будет открыт. После переговоров с непальскими властями местные гиды, без которых подъем на самую высокую вершину мира невозможен, согласились сопровождать альпинистов. Правительство, в свою очередь, пообещало выплатить семьям погибших компенсации и увеличить страховку вдвое – до 15 тысяч долларов. Напомним, 18 апреля в результате схода лавины на Эвересте погибли 16 человек, все они местные проводники, которые готовили маршрут перед открытием сезона. Однако власти отказывались помогать семьям погибших. Шерпы пригрозили забастовкой. Эта трагедия стала самой крупной за последние годы. Всего же с момента покорения Эвереста в 1953 году при восхождении погибли около 300 человек. Большинство из них – проводники шерпы.